Пока одни отдыхают, другие усердно работают. Учреждения культуры Одинцовского округа приготовили около 300 праздничных и просветительских программ, мастер-классов. Одних только елок запланировано чуть меньше сотни. Такой же надежной останется связь с зимним волшебником. Сказать спасибо за подарки можно будет в резиденциях и гостиных Деда Мороза. Для жителей округа запланировано более 100 анимационных программ, уже наших любимых уличных анимационных программ «Зимние забавы». А в рамках проведения социальных новогодних представлений для детей будут вручены новогодние подарки следующим социальным категориям. Дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети из семей в трудной жизненной ситуации, опекаемые дети. Получат подарки к Новому году участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также семьи участников спецоперации. Всего закупили более 23 тысяч наборов. Старт праздничным гуляниям в городах округа дадут вечером 31 декабря. В Одинцовском городском округе установлены и украшены 94 новогодних ели. 8 из них в парках. Самая большая на центральной площади города Одинцова. Около 35 праздничных программ пройдет в парках округа. Будут работать катки и горки. 2 января в парке Малевича состоится ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышова «Сказки русской балалайки». Насладиться мастерством катания знаменитых фигуристов под русские народные песни может любой желающий совершенно бесплатно. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».